Сегодня у нас 18 июля. Вот приехала заправка. И не было канистр. Ну, хорошо, наши были в деревне, сразу сообщили. Вот Никита Колесников. Я обхожу вокруг. Будет заправлять. Ему подставляй это, Никита. А тут рядом озеро. Интересно, трактор только двинулся и кончилось горючее и заблокировал сам себе дорогу. Ни канистры, ничего не было. Вон он стоит, бульдозер. Если Господь позволит. Вчера только дорогу через первый мостик проложили, через второй. Если бы на день раньше, тут нигде не проехать, никому. А ты сейчас что, набирай 3 канистры? Вылишь, прокачаешь. И подъедешь. И подъедешь, я тебя полностью заправлю. И... А... Ты что, когда... Поставь канистру рядом ему. Поставь канистру, это нафиг. Ну это что, будет дождь или что? Да. Канистры заправлю. Ладно, тогда так договоримся. Лимитку все в одну запишем. Сколько чего. Ну, я почему канистры оставил? У нас с Владимиром там и решали. На всякий случай. Канистра стояла. Это вертушка чешет. Вон он. А это с маслом, наверное? Это наш там тракторенок маленький. На нем и привезли. Володя идет. Бульдозер. А это второй мостик. Настоящее озеро. 3,5 метра только мерили в середине. Но он еще поднимет, вполне 4 может быть. Это Володя Пащенко.